Распад Советского Союза повлек за собой появление на карте ряда независимых республик со своими границами. Многие люди в одночасье стали жителями приграничных районов, где идут территориальные споры. Это фильм о людях, которые живут в соседних домах, но в разных странах. Когда расстояние, делящее их, просто дорога. О людях, которые все еще ищут себя, пытаясь добиться цели в непростых условиях. Встречая каждое утро, как сегодня, и надеясь на светлое будущее завтра. На пограничной территории между Таджикистаном и Кыргызстаном находится ряд сообществ, объединенных соседствующими землями. Особенностью такого соседства является неопределенность четких границ между странами. Для установления доверия и взаимодействия между селами, в частности, между молодыми людьми, при поддержке USAID был запущен двухгодичный проект «Сотрудничество молодежи приграничных сообществ», которое реализует концепцию молодежных банков. Сам термин «молодежный банк» он пришел к нам с Северной Ирландии. По данному проекту выступает как трансграничный молодежный банк по обе стороны республики, на территории Кыргызской республики и на территории республики Таджикистан. Банк не денег, а банк идей. Идей молодежи. Вот наши члены молодежи там как их учили на занятиях, на семинарах, которые они прошли, такой определенный курс, как собирать идеи, как участвовать, как собирать, как вовлекать молодежь в вот эти молодежные банки. Ну, я так думаю, что это очень хорошо, это мое личное мнение, что вот есть чем заняться молодежи сельской местности. Зная свою местность, зная, вот, осознавая свои проблемы, пытаются разрешить эти проблемы. И в рамках проекта эти молодежные банки не только работали с USAID и ФЭЦА, они работали и с другими международными организациями, писали проекты, получались, выигрывали. По инициативе самих молодых людей при поддержке USAID были созданы предприятия для решения существующих проблем в сообществах. Молодежные банки объединяют сверстников по обе стороны границы, создавая места для трудоустройства, тем самым предоставляя площадку для общения и укрепления добрососедства в приграничных районах.
Они на сегодня уже знакомы друг с другом, они могут совместно написать какой-то проект, реализовать свои какие-то идеи, и это, хотя не может это напрямую, скажем, повлиять на снижение конфликтогенности, но это может каким-то образом по-другому развить конструктивный диалог между молодежью. А молодежь – это будущее. Молодежные банки предоставляют молодым людям возможность создавать и реализовывать на практике идеи для своих нужд. Өте жақсы болды. Бізге ошол башталғандан бастап эле бізде ошол жаштар банкынын жардамы менен біз мектепке музыкалдык аппараттарды алып бердик. Жаш достук паркын курдук эки элдин ортосундагы. Анан спорттук мелдештерди өткөзүп бердик биз эки элдин достугу үчүн достук фестивалдарын бир канча жолу. Ошондой эле акыркы биздин ушул проектибиз бизге эң жакшы болгону суулук салону, салон красоты ачтык ушул проекттер менен. Азыркы учурда барыктан да келип бул жерге биз ага анын аркасында иштерге барып турабыз. Ошондуктан бул бир эле суулук салон биз үчүн эмес, бул эки элдин достугун да чындап турат да. Саянда өтүлүп көп кыйынчылыктар жок деп айтсам болот. Биздин жаштардын көпчүлүгү чет мамлекеттерге барып баягы акча таап өз үй бүлөсүн багып атышат. Ал эми бул жердеги элдер баягы эмгек кылып жерге иштеп деле акча таап атышат, бирок мына ушул биздин өзүнүн айылдагы алынган эмгектен түшкөн каражат бул өзүнүн эмеге жетпей жатат да. Ошондуктан биздин көптөгөн жаштар ушул чет мамлекеттерге кетип атат. Алардын тапкан пайдасы дээрлик бизге жетет деп ойлойбуз. Анан биздин ушул айылга жакшыраак мындай көбүрөөк ишканалар ачылса, биздин жаштар дагы чет өлкөгө барып акча таппастан өзүнүн эле айылдан иш таап кыйналбай жашаса болот. Здесь лучше возводить с нуля, но свое что-то, да? Потом, чтобы с гордостью возвращаться к этому понятию и вообще к своим историческим корням, что ребята – это выходцы из каких-то определенных сел, сообществ, что сообща вместе они смогли достичь каких-то результатов. Тема того, что дружиться с не только молодежи, а с Аксаем, и они дружатся с другими сообществами, например, с такими, как Овчи, Кулунду, Оксу. И в конце, как мы отметили, вот я хочу, что этот проект был очень эффективным, интересным, полезным. Вот этот молодежный банк распространил
рекламировал, как говорится. И вот наши девочки, мальчики, они ходили в разные школы. Вот у нас 9 школ в Костокозе, в детские сады, в те учреждения, которые нуждаются в какой-нибудь поддержке. Գարդենքի, դա մաղտար ողկե գաստպուտ վե բադաս օն նմոյանդկոնի բոնք չվոնի բոմու ոնդե սուրպատ ծրոնդան վե բադաս իմի մով բոնք չվոնի շինոս գարդե խոսին բոնհով լոյնը ի խուդրով պեսնյոտքում։ Պրիեխանի իս Ժանիժերը, Молодежный банк Ժանիժերը приехали тоже, и вместе вот с ними Молодежный банк и Костокозы, и Ժանիժերը решили и приняли вот решение на самый приоритетный проект, выбрали его, и вот сейчас эти проекты уже реализованы, действуют, работают. Դարձող հելի խուկ զաշտիցոդան վե մոտ իմ ռոսով բադի ոնկի լոյի մոտ դասկրի կարդիտ նտանդվով դարձ մեխոնեմ բալկի պասած դարձ մոմ մետվոնեմ վաղթե խուտրով բիվտինը զրոնդե վե մաղտապ ոյեմքի դեր ինչո մաղթլի դեզանդգի բարպոմ է կարդատ վե դարոնչո մոհոյի մոտ դար ընպոլոնվը հիպսե դարձ մեգույան վե բմոտ դյուղթինի հարգունը չիս հարգունը մտողոր դյուղթինի հարգունի բոսորով մի ունեցնում։ Учитывая огромную безработицу и ползучую миграцию, молодежь в этом регионе является очень уязвимой частью населения, и зачастую в данном регионе возникают бытовые конфликты, где непосредственными участниками являются молодые люди. Біз бұл жерде мамлекеттің таштарын достастыру, ынтымақтастыру, спортменен достыға шақыру болды ниеттеріз. Жана ошол ниеттеріз ішке ашып жатып, оқушылар ілгері көп мұшташылып беме қылып жөнде, азыр бош уақытта Тәжікстанда жана Қырғызстанда оқушылар келіп ошол жерде тренировкалар қылып, ар қандай спорт түрлерге машығып тұрышады да, дайым ошол жерде ойнашып. Өте бізге рахмат айтышты. Себебі ошо жаштарды біз спортменен машықтырып эме кылганыбызга элдер ыраазы болушту да. Ушундай башка жака барбай өзүбүздүн айылда да ушундайлар курулду. Силерге рахмат деп бизге ыраазы болду. Нам надо было еще и акцентировать внимание на то, чтобы они создали эти банки очень устойчивыми, которые после завершения этого проекта могли бы и дальше сами заниматься деятельностью, получать прибыль, обучать других и так передавать и свой опыт другим людям. Бизнес в Кундайну кругу жетекчиси Тажибаев там бизнес азыр жаштар банкына аябай кызыгып, өзү эгерде ушундай долбоорлор болсо, собственный вклад болсо, биз кошо төлөйлү, жардам берели, бизден кандай жардам керек деп өздөрү да кызып атышат азыркы мезгилде. Алдыма койгон максатым ошол
бардык проблеманы бир гана өкмөткө таштап койбостон, ушул жаштар көтөрүп чыгуу керек да, ушул бардык нерсе жаштардан башталат. Ушул келечек азыркы учурда жаштардын колунда дегендей, ушул проблемаларды биз аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде жаштардак болгон эмес, илгери болгон. Бирок бул жерде биз фестивалдарды уюштурдук деп кетпедимби? Ошону биз Оч Калчан жаштар менен биргеликте уюштурганыбыздын себеби биз бул жерде Таджикстан менен Кыргызстандын жаштары былтыр чек арада уруш болуп кеткен чоң. Ошол көйгөйү чечүү үчүн биз дебатты уюштурдук. Эмне үчүн мындай болуш керек? Биз эл мындай болбошубуз керек деген темадачы. Проблемы, они настолько идентичны, но подход городской молодежи в разрешении конфликтов, он настолько сильно отличается от подхода молодежи, которая проживает в регионах, потому что здесь больше чувствуется патриотический дух и сплоченность, потому что все-таки нас исторически связывают какие-то культурные связи между, скажем, молодежью из Республики Таджикистан и молодежью из Кыргызской Республики. Молодежные банки все киллеры катачены. И молодежные банки все тузган проектлердан утканлеры бо. Шанна озе бизге интернет проекты тузганды. Утте уше озе проектны усте ишия. Интернетте işleyamız. Ozi internet üçün yaxşı proyekt üçün çox ozi bizə proyektdən yaxşı nima qoyamız. Foydalı. Biz şu dobarğa proyekt yazıb, arqanday seminarlara qatışıb Проект утканнан кийин бизге коомубуз аккордеондор келди. Анын негизинде биздин мектепте ошол коомубузга шыктуу балдар тандалып алынып, музыка ансамбль түзүлдү, коомубузчулардын ансамбли. Азыр ар кандай кечелерди уюштурууга бул бизге жардам берип жатат. Швейный сектор ачылды. Ошо швейный секторго бул көптөгөн кыздар, ага дагы тажик, өзбек, кыргыздар барат. Ар бир жумада эки жолу катышат ал жакта. Ошо өздөрүнүн ал жакта дагы биз ошо убактыбызды текке кетирбедик да ал жактачы. Деятельность молодежных банков в трансграничных сообществах – это всего лишь малый кирпичик строительства моста, название которого «Мост дружбы». Но я считаю, что все-таки нас ждет впереди большая работа, и я думаю, совместно с нашими партнерами, совместно с представителями молодежных банков, мы постараемся лоббировать эту идею не только по южному региону Кыргызстана, но и на всей территории Кыргызской Республики, и также стараться пробивать идеи, основные заложенные в концепции молодежного банка и по Республике Таджикистан. Закрытие проектов молодежных банков состоялось в городе Худжанд в Таджикистане, но проектная двухгодичная деятельность оставила в сообществах позитивные ростки для будущих отношений между добрыми соседями. Благодаря этому проекту, благодаря тем мероприятиям по проекту, постоянным тренингам, которые мы проводили в разных городах Кыргызстана, и постоянным социальным мероприятиям, трансграничным, которые мы проводили в сообществах, молодежь, то есть с разных вот селений, они участвовали в этих мероприятиях,
и фотографировались, обменивались данными, контактными данными. И уже к концу проекта они уже обходятся без нашей помощи. Да? Они приезжают друг к другу в гости, общаются по Фейсбуку, по Твиттеру. Это уже есть и дружба, это уже есть и развитие добрососедства. И эта же молодежь является будущим этих сообществ в скором времени. И они уже, то есть эскалация былых конфликтов уже распалась. Ман авло яхам ки хамеи Тоҷикистониён ва ҳамчунин Кыргызстониён бо ҳам дӯст бошанд ва онҳо ин робитае ки байни тоҷико ва кыргызо ҳаст канда гардад ва ҳаёти ҷамъияти ин мамлакатҳо пешрафта бошду доимо рафту омад байни онҳо амалӣ гардад ва чунин лоиҳае ки амал карда истодааст боз ҳам зиёдтар гардад ки мо дар он иштирок намуда ҳар гуна идеяҳои худро пешниҳод намоем. Необходимо работать и с молодежью, да, и со взрослой частью населения, особенно в тех сообществах, которые расположены на границе. Это и есть помочь сделать ребятам из Таджикистана, из Кыргызстана этот шаг навстречу друг другу. Мы все проекты оставим на школу, которую мы да, победили или что там выиграли. Пускай это маленькие тоже будут учиться. На русском, на английском языке, учиться по музыке, ходить в шиницах и быть кем-то в будущем, помочь как и стать.